Многие наряды наших звезд на эстраде были сделаны знаменитыми дизайнерами. Например, Вячеслав Зайцев, чей юбилей мы недавно отмечали, делал наряды не только для знаменитой Валентины Толкуновой, но и, конечно же, для моей коллеги Надежды Бабкиной. Или, скажем, знаменитый дизайнер Валентин Абрамович Юдашкин создал это желтое платье «Птичка певчая» также для Надежды Бабкиной. Платье, сделанное для прекрасной Татьяны Шмыги, для Гелены Великановой, для Ольги Воронец, для Людмилы Гурченко, для прекрасных знаменитых звезд эстрады.